Утилизация «Порядок на земле». Необычную акцию приурочили ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Карагандинцы обменивали использованные лампочки и батарейки на приятные сюрпризы. Вы можете принести свои вышедшие из строя батарейки и обменять их на сладкие конфеты, а перегоревшие энергосберегающие лампы на маленькие приятные сувениры. Только за первые 20 минут экологической акции жители города принесли более 20 ламп и 40 батареек. Как отметила директор общественного объединения «Экообраз» Светлана Былинская, цель акции – привлечь внимание горожан к бережному отношению к окружающей среде. Кроме того, в городе установлены 3 специальных оранжевых контейнера для утилизации энергосберегающих ламп. И в этой акции поэтому у нас сейчас есть несколько здесь упражнений, которые будут обучать непосредственно граждан, как утилизировать мусор. Потому что в городе появились очень интересные, красивые оранжевые баки. И все проходят мимо, некоторые думают даже, что это банкоматы. На самом деле это как раз контейнеры для того, чтобы утилизировать энергосберегающие лампы. Это лампа одноработающая. Это сейчас еще будет. Студентка второго курса экономического университета Анна Овчинникова часто принимает участие в подобных акциях, так как учится на экологического менеджера. Девушка считает, что нужно больше проводить таких акций, потому что многие небрежно относятся к окружающей среде. Конечно, я считаю, нужно, потому что многие люди не знают об этих праздниках, относятся небрежно к этому всему. Конечно же, надо очень уделять много этому внимания, чтобы привлекать людей, чтобы они понимали, чтобы наша природа не блекла и все было хорошо. Алина Акбаева, Жанна Дарахимжанов, Артем Ковалев, 5 канал.